повернуть его. Специально включаете, что если вдруг ОМОН прибежит, да? Да. Александр, может, вы нас спасете? Не-не-не, я свободный человек, я уже не могу вас спасать. У меня дубинки нет, все забрали. Наручники тоже. Здравствуйте, друзья. Спасибо, что вы сегодня дошли на наше мероприятие, которое мы делаем как первое мероприятие перед белорусским перед белорусским форумом по управлению интернетом IGF BY, который состоится 3 октября. Пожалуйста, регистрируйтесь тоже уже на IGF, на сайте регистрация открыта. И сегодня мы начинаем недели IGF с публичной лекции нашего хорошего товарища, коллеги из Астаны, из Казахстана, Армана Абдрасилова, из организации ЦАРКА, который нам расскажет про свой достаточно уникальный для региона опыт работы с вопросами кибербезопасности. Про то, как бизнес, негосударственные организации могут помочь государству в таком, кажется, достаточно закрытой теме, как кибербезопасность или информационная безопасность. Меня зовут Андрей Сушко, я представляю организацию Human Константа. Мы являемся партнерами форума по управлению интернетом белорусского. Мы занимаемся правами человека, занимаемся вопросами беженцев, мигрантов, вопросами антидискриминации. И то, в чем я больше погружен, это вопросы цифровых прав и свобод. Мы смотрим, как права человека меняются с развитием технологий. И кибербезопасность — это вот такая тема, которую никак нельзя избежать, когда мы говорим в том числе о цифровых правах человека. Я передаю слово пока что не Арману, а тоже нашему другому хорошему коллеге и товарищу Александру Сушко. Это не мой брат, это новомирец. Александр Сушко очень давно занимается вопросами кибербезопасности в Беларуси в разном статусе. Сейчас он представляет крупную и известную организацию группы IB. Александр, пожалуйста. Выходить, наверное, сюда не будем, чтобы не упасть, потому что на самом деле невысоко, но можно упасть больно. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Действительно, мы сегодня собрались поговорить о кибербезопасности и о том, как ею заниматься в тех местах, где, скажем так, пока еще не время и не пришло. На самом деле уже хорошее время, оно уже вечернее, да, и многие из вас, кто сюда пришли, спасибо вам за то, что вы сюда пришли, потому что на самом деле это вклад в общее дело, и я думаю, что мы совместными усилиями сможем как раз-таки кибербезопасность в стране нашей наладить. Что мы на сегодняшний день имеем? Краткий экскурс в нашу историю. В том, что у нас законодательство хорошее. Да, то есть всем известный закон о защите информации и информатизации. Он уже действует фактически 10 лет. И накоплена определенная база и знаний, и нормативки, скажем так, во исполнении этого закона. Есть, по сути, мегарегулятор, мы его все знаем, это оперативно-аналитический центр, который дополняет, по сути, этот закон и многие нормативные правовые акты своими, в том числе, приказами, которые регламентируют деятельность. Но мы все четко понимаем и знаем, что на самом деле любой закон, он, если не будет хорошо исполняться на практике, то есть будет его, скажем так, правоприменение отставать, закон может быть написан хорошо, но если правоприменение отстает, то тогда возникают проблемы в ее реализации. И на сегодняшний день я могу сказать, что проблем в кибербезопасности в стране очень много. И на самом деле это связано с тем, что у нас в том числе имеется много кейсов и уголовных, когда страдают как физические лица, так страдают и организации, в том числе и крупные организации, в том числе и банковские организации.
И в том числе последние два кейса, которые, я думаю, вы слышали, это в том числе взлом социальных сетей. Это Facebook Следственного комитета и это Twitter заместителя главы администрации президента. И там размещены были определенная информация, которая как бы, в том числе повлекла негативные какие-то моменты с точки зрения оценки роли государства. Поэтому очевидно одно, что страдают как физические лица, то есть граждане, как мы, обычные граждане, которые проживают в стране, так страдают в том числе и учреждения, так страдают в том числе и государственные учреждения. Поэтому, по моему мнению и по моему глубокому убеждению, мы сможем прийти к положительному результату только вместе. Почему? Потому что если преступники используют в качестве таргета всех нас, то есть во всех трех ипостасях, как я говорю, то фактически мы все вместе сможем и защититься от этих атак. И защититься от этих атак мы сможем, опять-таки, обмениваясь опытом не только в Республике Беларусь, да, но в том числе и привлекая опыт коллег, в том числе вот из Казахстана. Это очень как бы страна нам близкая с точки зрения того, что мы все выходцы из Советского Союза. И очевидно одно, что мы можем брать и европейский опыт, и российский опыт, но на самом деле, чем больше мы будем владеть данными и информацией по соседним нам странам, либо близким нам странам, тем эффективнее мы можем выстроить противодействие, в том числе преступности в области информационных технологий. В том числе преступление — это только крайняя форма проявления. На самом деле очевидно, что утечек информации и из предприятий, из государственных органов гораздо больше, нежели чем мы о них знаем. Потому что на самом деле системы информационной безопасности на многих предприятиях в стране просто отсутствуют. Кто-то может об этом говорить, кто-то может об этом догадываться, но я могу вам ответственно заявить, что на многих, ну, процентном соотношении не скажу, но, наверное, 50-60% просто отсутствует. Отсутствуют те лица, которые должны заниматься информационной безопасностью. То есть теперь возникает вопрос, смотрите, мы видим, что технологии, которые будут защищать информационную безопасность, нет. Людей, кто будет обеспечивать эту информационную безопасность, нет. Каким образом мы будем двигаться дальше и каким образом мы будем защищаться? Так вот, один еще из ключевых посылов, который хотел бы отметить, это в том числе обучение. Обучение людей, те, кто будут стоять на защите наших цифровых прав, о которых говорил Андрей. Если обучение у нас будет оторвано от практики, то ничего хорошего не будет происходить. Поэтому вот IGF это в том числе как одна из площадок и одна из форм обмена мнениями, в том числе и по вопросам обучения. Соответственно, сами студенты могут задавать вопросы о том, а где они будут применимы их знания после того, как они закончат учебное заведение. На самом деле, многие студенты, в том числе IT, направленности IT-профиля, понятно, что они уже с первых курсов задумываются о том, а где они будут работать, а многие уже на втором курсе и работают уже. Да? Поэтому это, опять-таки, один из эффективных способов взаимодействия бизнеса и учебных заведений, в том числе некоторые из этих людей будут обеспечивать и, скажем так, защиту государственных интересов. Поэтому вот на самом деле мы находимся на сегодняшний день на распутье, потому что, как я уже отметил, некоторые законы приняты 10 лет назад, некоторые несколько лет назад, но у нас нету системообразующего документа, в котором будут объединены все документы, которые касаются информационной безопасности. По моему мнению, это можно назвать, конечно, законом об информационной безопасности, но я думаю, что можно ограничиться и стратегией информационной безопасности, в которой будут определены основные игроки на этом поле и которым фактически будут нарезан круг задач, которые они должны будут исполнять в ближайшем будущем. То есть, не знаю, пятилетками мерить не будем, но 2-3 года, и в конечном итоге можно потом будет спросить, а что, собственно говоря, сделано для достижения цели вот этой стратегии информационной безопасности. Ну и опять-таки, как я уже отметил в самом начале выступления, любой закон, он хорош, но должны быть практические мероприятия. Так вот, что касается практических мероприятий, насколько мне известно, наиболее продвинулся у нас в плане информационной безопасности защиты это Национальный банк, потому что они в настоящее время уже на протяжении нескольких, ну, по сути, месяцев, можем сказать, работают над созданием финцерта. То есть это, в принципе, та организация, которая должна защищать наши с вами денежные средства, которые хранятся в наших белорусских банках, и чтобы белорусские банки не явились жертвами атак. Поэтому, опять-таки, мы должны вместе объединить усилия и помогать финцерту стать на ноги и помогать обретать местную компетенцию с точки зрения разбора инцидентов, которые будут. Поэтому на сегодняшний день действительно опыт Казахстана, он у нас наиболее может быть востребован, и поэтому
хотелось бы услышать, как ЦАРКа работает в Казахстане, да, и поэтому долго затягивать не будем, поэтому Арман Абдрасилов, пожалуйста, слово. ЦАРКа в Казахстане очень серьезный и мощный игрок, в Беларуси таких игроков нет, поэтому, может быть, благодаря этому выступлению он скоро появится. Да. Здравствуйте, коллеги. Не ожидал, что столько будет людей. Арман Абдрасилов меня зовут, я директор частной компании. Изначально хочу отметить, что я представитель бизнеса, мы начали заниматься бизнесом, и в силу обстоятельств мы были вынуждены заниматься, так сказать, выполнять роль неправительственных организаций, мы были вынуждены плотно работать с государством, то есть об этом мы сейчас расскажем. Но основная цель, которую мы преследуем, и, ну, изначально мы были созданы, это заниматься бизнесом вокруг кибербезопасности. Небольшой дисклеймер. Я хочу сразу сказать, что обычно я не выступаю, то есть я не читаю лекции, я бизнесмен, но меня пригласили, и это редкий случай, когда я выступаю. Если я буду там что-то неправильно рассказывать и где-то ошибаться, прошу понять и простить. Истории, которые я расскажу, то есть события, которые происходили у нас в Казахстане, это применимо именно к нашему случаю. И я думаю, даже, ну, не то, что маловероятно, что это повторится, это, скорее всего, это сложно будет повторить в условиях другой страны, либо это надо будет отдельно повторять, потому что, когда мы перенимаем опыт там, европейских стран, в европейских странах, ну, классическая Западная Европа, эти вопросы поднимались давно, у них это все развивалось, как я называю, органически, естественным путем. Это у них были десятилетия, люди защищали там права, кибербезопасность и так далее. Но в нашем случае Казахстан очень сильно отставал, и мы посчитали, что времени на органическое развитие в Казахстане у нас нет. Поэтому Казахстан за последние 3 года, по нашей оценке, сделал там больше, чем некоторые страны сделали там за 5, за 10 лет. Ну, вот дальше мы расскажем. Центр анализа и расследования кибератак, полное название нашей организации, это объединение юридических лиц. Специально эту юридическую форму мы создали для того, чтобы взаимодействовать с государством, потому что взаимодействовать с нацкомпаниями, с государством, как частная компания, невозможно, начинаются сразу осложняться взаимоотношения. То есть вас могут включить там недобросовестные поставщики, вас могут не допускать каким-то там конкурсам, тендерам. То есть у рынка всегда есть инструмент для того, чтобы оказать на вас давление. Поэтому мы создали объединение юридических лиц, которое выступало как организация, которая выступала лицом для взаимодействия с государством. И эту организацию мы финансировали из своих частных компаний, которые создали сами же. С чего мы начинали? Нарисовал небольшую инфографику, тут не всем видно, да? Эта инфографика показывает состояние страны на 2017 год. Рейтинг электронного правительства мы занимали 33 место. По данным сайта Касперского, Казахстан занимает 23 место по количеству кибератак. То есть это мы просто поделили на количество суток. И 83 место мы занимаем по глобальному индексу кибербезопасности. Вот внизу указано. На состояние 2015 года мы занимали 109 место из 180 стран. После последнего выхода отчета ООН мы поднялись на 83 место и сейчас ожидаем очередного отчета. Количество инцидентов по данным службы национального серта, это КЗСЕРТ, 79 500 инцидентов за период с 2011-2018 год. В самом 2017 году было зарегистрировано более 100 тысяч инцидентов. Ну, в этот год мы проводили всемирную выставку Экспо 2017, то есть одна из причин была, почему очень много инцидентов. И здесь показаны, какие виды инцидентов, в разрезе по специалистам, то есть это был один из важных моментов. 0,1% специалистов — это выпускников университетов, выпускались по специальности кибербезопасность. А здесь справа приведена у нас в разрезе
Это IT-оператор казахстанский, компания, которая занимается разработкой крупных IT-проектов национальных, в том числе электронного правительства. То есть в компании только 1% специалистов, которые относятся к подразделениям безопасности, то есть важно понимать, что это безопасность, и среди них есть там, люди, которые занимаются кибербезопасностью. То есть ситуация как бы совсем плачевная. Это сам индекс киберготовности за 2017 год. Здесь мы видим вот 83 место, а здесь мы можем найти вот Беларусь. Беларусь находится на 39 месте, то есть гораздо выше, чем Казахстан. Лидером региона является Грузия, и затем идет Россия. Очень важно отметить, что Грузия, она всегда была в аутсайдерах до конфликта с Российской Федерацией. После конфликта с Российской Федерацией, то есть они очень быстро поняли важность вопроса кибербезопасности, начали поднимать всю нормативную базу, и за короткий период возглавили этот список. Это тоже относится к ситуации, которая была на начальный момент. 2011 год было зарегистрировано 800 инцидентов. В 2016 году уже более 20 тысяч инцидентов. А в 2017 году уже мы видим 100 тысяч инцидентов. В настоящее время инцидентов уже там более 500 тысяч инцидентов. Но интересно, что инциденты не регистрируются в Министерстве внутренних дел, то есть они просто числятся как инциденты, но нет практики правовой, как этот инцидент регистрировать. То есть МВД говорит о том, что если мы начнем этот инцидент регистрировать как преступление, соответственно, упадет раскрываемость, она и так как бы низкая в нашей стране, я думаю, такая же проблема будет у вас. И поэтому они какой-то отдельной категории собираются как инциденты, но что с ними происходит дальше, ничего не понятно. Здесь я взял материалы с сайта Касперского. Здесь мы видим, что самая атакуемая страна в мире – это Россия. Ознакомимся с этими данными на сайте Касперского. Четвертое место занимает США. Казахстан занимает 24 место вот в данном рейтинге. Здесь для примера я привел Центральная Африканская Республика, то есть 188 место. Эти данные я привел для того, чтобы увидеть корреляцию. Это не значит, что страна, если является рейтингом, она плохо защищается. Просто в этой стране нет просто развитой IT-инфраструктуры. Соответственно, она не будет атаковаться и не представляет интерес для хакеров. Вот данные по Беларуси. Беларусь занимает 36 место в рейтинге самых атакуемых стран. Я думаю, он будет расти, потому что сейчас Беларусь взяла направление развития IT, и инфраструктура будет развиваться. Это картинка, которая коротко характеризую состояние ИБ на тот момент и, в принципе, сейчас. Мы, можно сказать, недалеко ушли. Из-за того, что KPI в наших министерствах было развитие IT, то есть министерство отраслевое, которое занимается развитием электронного правительства, им ставилось всегда KPI, количество зарегистрированных людей в министерстве в электронном правительстве, количество оказанных услуг, количество там, не знаю, операций там, и так далее, количество обращений. То, что касается кибербезопасности, это в KPI министерство никогда не входило. Соответственно, этот вопрос, который всегда мешал развитию. С чего мы начали? Мы начали заниматься безопасностью. Мы, естественно, начали сообщать владельцам системы, это было Министерство информационных коммуникаций и национальный оператор, что у вас проблема с безопасностью, ребята, у вас там дыра в безопасности. Как было в старом анекдоте, хоть что-то у нас в безопасности, да, отвечали специалисты. Реакция была очень интересная. Владельцы системы, это национальный оператор АОНИТ, так называемая, дочка министерства, сказала: ребята, у вас нет права проверять нашу систему. Для того, чтобы проверять систему, нужно разрешение владельца системы. Мы, как владельцы системы, разрешения такого вам не даем. То есть получается такой некоторый замкнутый круг. Одновременно с этим они говорят: у нас есть подразделение кибербезопасности, которое занимается этим вопросом. Мы этим вопросом занимаемся, поэтому, ребята, вы как бы лучше не мешайте нам работать. Мы будем заниматься этими вопросами самостоятельно. Но на этом мы не успокоились. Мы решили начать переписку с государственными органами. Мы написали письмо
ну, официально начали взаимодействовать с владельцем системы, оператором, написали письмо в министерство. После получения ответа мы написали письмо в канцелярию премьер-министра, мы написали письмо на имя премьер-министра, мы написали письмо в администрацию президента, президенту, в Совет Безопасности, и везде получали один и тот же ответ, что да, это вопрос очень важный, но на самом деле у нас есть отчеты, что все очень хорошо, во-первых. Во-вторых, вы не имеете права это все проверять, потому что вам разрешение мы не давали. В-третьих, мы, конечно, учтем ваши как бы, предложения, запланируем бюджет, и обязательно там, в 2020 году, не знаю, 2030 году мы займемся кибербезопасностью, эти вопросы будут улучшаться, вы как бы не переживайте. Но вопрос такой, что мы-то как специалисты мы видим, что есть уязвимости, есть проблемы, но официально государство эти проблемы отрицает. То есть это такой получился секрет Полишинеля. То есть в письмах мы указывали, что есть вот уязвимость на портале электронного правительства, к примеру, конкретно указывали портал, конкретно ошибку, конкретно скриншоты, но никакой реакции не происходило. Это, видимо, книги, которыми руководствовались руководители IT-компаний. Но их тоже винить нельзя, потому что безопасники всегда мешались, всегда не давали развивать проекты. Потому что надо было там изменять, ну, то есть приостанавливать запуск проекта, надо было как бы вносить изменения. Очень интересно была, естественно, их модель нарушителя, то есть они говорили, ну, нельзя нападать, никто не будет трогать, потому что есть, существует уголовная ответственность. То есть мы начинали объяснять, ребята, хакера никто не остановит. Хакер находится в другой юрисдикции, он может пользоваться сетями Tor, сетями VPN, там, и вы никогда его не найдете. То, что есть закон, есть уголовная статья, она защищает на самом деле только от таких специалистов, как мы, которые хотят показать вам эти проблемы, хотят указать эти вещи. То есть на самом деле получается так, что закон стоит на стороне, скажем так, коррупционера. Да? То есть если люди разрабатывают систему или неправильно ее проверяют, получают там положительные отчеты, то закон не позволяет этот вопрос поднять и перепроверить. Потому что перепроверив без разрешения, вы попадаете под статью. Чтобы получить разрешение, чтобы проверить, естественно, нужно разрешение. То есть такая как бы получается сложная система. Мы начали ожидать ответов. Удобно, да, если я здесь стану, если мне поближе к ноутбуку. Мы начали ждать ответов на все направленные наши запросы. Да, пришли интересные ответы, что у нас есть отчеты, мы их вам не покажем, потому что они там секретные, там совершенно секретные, не знаю, ДСП, это внутренний документ, то есть приводилось миллион доводов, причем через своих, ну, так же, как и в Беларуси, я думаю, в Казахстане, рынок очень маленький, все айтишники друг друга знают. То есть чиновник на самом деле этого не понимает, им кажется, что страна большая, но если взять айти-специалиста, там, двух айти-специалистов в Беларуси, то там правило... 6 рукопожатий уже неприменимо, там правило 2 рукопожатий. Все друг друга знают, все знают, какой проект, как он делается, там, кто его делает, там, какая команда и так далее. Естественно, через специалистов, которые работают в этих компаниях, мы спрашивали, какого рода отчеты у вас имеются, за какие деньги вы это делали. То есть привлекались там иностранные компании, отчеты печатались там буквально там, на 5-10 страницах, и отчеты были фактической стоимостью там, $100. То есть такой отчет мог быть стоить, а на него там было затрачено там, условно там, $1000, там, сотни тысяч долларов. И получилась такая странная ситуация. Я ее назвал для себя безопасность Шрёдингера. То есть все системы безопасны и небезопасны одновременно. То есть какую бы систему государство ни взяли, кроме электронного правительства, все отлично. Мы занимаем 33 место, это очень хороший рейтинг. У нас есть очень много отчетов о безопасности, в которых говорится, что система проверена, все безопасно, атаковать ее невозможно, положить ее невозможно. И в то же время обычные специалисты в кулуарах, то есть понятно, как бы открыто об этом говорить не могут, в кулуарах они рассказывают друг другу, как там, легко ее взломать, как получить информацию. В Даркнете продавалась там информация с электронного правительства. То есть очень такая была странная ситуация. И мы... получается, оказались на распутье. Было два варианта развития событий. Первый вариант – это долгий вариант развития событий, это доказывать
что на самом деле как бы ситуация неправильная, надо было писать, вступать в долгие дискуссии, переписку. Но важно понимать, что государственные органы, это, для них это родная стихия, переписка. Вы пишете письмо, государственный орган говорит, согласно там, нашей нормативной документации, мы обязаны вам ответить. Да. Но мы обязаны ответить вам в течение 30-дневного срока. Естественно, ответ, то есть государственные органы это мастера на размытые ответы. Да, то есть приходят письма, там, как бы ни о чем, за окном идет дождь, и красноармейцы, там, то есть полная ересь. Все вроде бы безопасно, в то же время мы проработаем вопрос, привлекаем специалистов, но они говорят, что все нормально, то есть ваши ответы разнятся с мнениями экспертов, вы же не эксперты там, и так далее. И был, естественно, второй вариант идти в какую-то там открытую конфронтацию. Первый вариант, естественно, предполагал, что раз мы бизнесмены, мы не можем тратить много своего времени и средств на эту борьбу. Нам пришлось идти коротким путем. И мы попробовали сделать публикацию. Первая публикация у нас была на нашей странице Facebook. И что интересно, после публикации уязвимости портала электронного правительства, на которую мы указывали и боролись около месяца три, наверное, мы писали, мы просили ее исправить, то есть никто не исправлял. В субботу в нерабочее время понадобилось около 30-40 минут, чтобы ее исправить. То есть в нерабочее время, минут через 15 уже позвонил министр, сказал, зачем вы это делаете. Мы как бы обязательно ее исправим. Минут 30 прошло, уязвимость уже была исправлена. И как оказалось, не нужно никакого финансирования, не нужно там бюджетных поправок, не нужно там изменений каких-то планов. Просто, оказывается, можно сесть и просто исправить. Нас, конечно, обвиняли в том, что мы опубликовали эту проблему, эту статью. Но наш основной аргумент был на то, что мы с вами вступали в переписку 3 месяца, вы нам дали кучу ответов, что это невозможно, надо менять платформу, надо там, не знаю, там, людей привлекать и так далее. А фактически как бы никаких расходов не потребовалось. Вы исправили ошибку за 30 минут. И то из этих 30 минут, там, минут 20 потребовалось, чтобы специалист просто приехал до сервера. И нам это понравилось, не будем скрывать, да. Мы продолжили эту практику. Мы начали публиковать уязвимости периодически. То есть 2-3 раза в месяц мы публиковали разного рода уязвимости. Но понятно, тут мы применяли некоторую хитрость. То есть это был не совсем взлом. То есть уязвимости некоторые позволяли получать данные там, с открытых порталов. То есть мы заходим в отдельное окно, получаем персональные данные. То есть это ошибка в бизнес-логике. То есть не надо применять специальные знания, чтобы получить там доступ. Либо там какие-то из Даркнета данные какие-то получали. Допустим, одно время там продавались данные с бухгалтерского сайта. 10 тысяч бухгалтеров регистрировались. То есть люди не понимали, что это представляет угрозу информационной безопасности. То есть бухгалтера — это люди, которые имеют доступ вашей бухгалтерии, к вашим деньгам, и информация, которая относится именно бухгалтерская информация, она особой важности, скажем так, внутри хакерского мира. Эти данные были украдены с центрального портала, где все бухгалтеры обменивались данными, программами, обновлениями там, и так далее. То есть это очень сильно облегчало атаку. То есть очень много было кейсов, досталось всем. Конечно, любимый наш портал электронного правительства. Почему любимый? Потому что очень много денег на него потрачено. Портал оператора, оператор связи, это IT-оператор, это энергетический оператор, Министерство обороны. То есть был взломан сайт, то есть интересный тоже кейс. Был установлен на сайте Министерства обороны Deface. После публикации министр обороны заявил, что была попытка атаки. То есть Deface был, но это была попытка такой атаки, как бы атака не прошла. Очень интересный кейс был в прошлом году. Журналисты, такие журналисты, они любят такие громкие заголовки. Была такая атака в России, она наделала очень много шума. Был черный список зарегистрированных доменов, доменных имен. И доменные имена стояли в резерве, и в какой-то момент эти доменные имена высвобождались, поступали в открытую продажу. Но они оставались все это время в черном списке. Соответственно, атака заключалась в том, что можно было купить это доменное имя, которое заблокировано, поднять его и указать, что это доменное имя расположено на сайте какого-нибудь министерства, к примеру, то есть легитимного ресурса.
У нас был, есть сайт, скажем так, сайт оказания интимных услуг, и, как оказалось, они указали в источнике, ну, как IP-адрес, на котором расположен этот ресурс, якобы IP-адрес портала электронного правительства. То есть это такой был интересный кейс, и заголовок очень понравился журналистам. Были кейсы с... Это Акимат города Алматы. В вашем случае это не мэрия, это горисполком, да, администрация города. Был интересный кейс по регистратору. Единый регистратор. Внутри доменной зоны KZ есть субдоменная зона, доменная зона второго уровня, по-моему, да, называется, gov.kz, на которой регистрируются все сайты, ну, там, министерства, официальные сайты, электронные правительства и так далее. Около 600 сайтов. Как оказалось, панель смотрела внаружу, никоим образом не обновлялась, и через там, год после того, как вышли в публичные вышли публикации об уязвимости, эта панель была доступна через сеть интернет, и можно было бы отключить прям все там, практически все электронное правительство. Дальше кейсы были. Были кейсы по атаке на государственные органы. Был интересный кейс по атаке на один из государственных ресурсов. И что интересно, на этом сайте была установлена переадресация, там выборочная переадресация на, это, я так понимаю, казино в Китае, чтобы повысить их рейтинг. Но сама атака была обнаружена через несколько месяцев после ее фактического выполнения. То есть это показывало, что механизм кибербезопасности не отрабатывает. Дальше нам нужны были кейсы по частным компаниям, то есть не надо было зацикливаться только на государственный орган. Нам надо было показать, что проблема системная. Мы нашли уязвимость на ресурсе, на сайте Билайна. Мы сообщили, естественно, владельцу системы и потом опубликовали информацию. То есть уязвимость позволяла получить доступ в кабинеты абонентов, соответственно, получить доступ ко всей выписке номеров, там, менять там звонки там, и так далее. То есть интересный вектор атаки. Это тоже был очень интересный вектор атаки. Мы нашли, ребята, это уже другой оператор, нашли уязвимость, которая позволяла... Мы не нашли уязвимость, которая позволяла увеличить свой баланс, мы нашли уязвимость, которая позволяла уменьшить свой баланс. Позволяла уменьшать баланс, то есть мы нашли ключ, который позволял уменьшать на большие там, цифры. Ребята задались целью там, переполнить память. То есть мы решили, что через какой-то момент переполнения памяти, если ячейка переполнится, мы попадем в плюс. И получим бесконечный ресурс звонков. Ребята занимались этим, я не знаю, несколько суток. Мы сначала подумали, что там выделено 4 бита, этого оказалось недостаточно, 8 бит недостаточно, 16. Да, дальше уже это было слишком далеко, мы остановились. Потом официально обратились к оператору. Ну, как официально, это был телефон одного из наших сотрудников. У нас образовалась небольшая задолженность. То есть нас оператор спросил, менеджер сидит, а вы уверены, что вы не наговорили эти вещи? Мы сказали, что вы знаете, нам проще купить вашу компанию, чем заплатить этот долг. Пожалуйста, посмотрите, какая цифра. Интересно, что сам оператор не заметил... То есть сама безопасность внутри компании выстроена очень странно. То есть, по сути, тут, как у нас у нулей-то, 2 миллиарда тенге. Компания должна была заметить доход в 2 миллиарда тенге за несколько дней, я так понимаю. То есть, даже если не кибербезопасность, то есть подразделение, хотя бы бухгалтерия должна была увидеть сверхдоходы. То есть, за последние 2 дня очень активно разговаривает один абонент и наговорил 2 миллиарда и задолжал. То есть, но нам пришлось как бы отрабатывать это через менеджера, и нам, слава богу, обнулили этот баланс. Потому что просто не поняли, как это произошло. Мы, естественно, сказали, как бы не знаем, как это произошло. Может быть, вирус какой-то залетел, или ошибка на вашей стороне. То есть на все это дело мы списали. Это официальная статистика с сайта Комитет правовой статистики прокуратуры.
Очень интересно. Ну, возможно, ситуация у вас похожая. То есть на сайте указано, что за один месяц зарегистрировано там 17810 преступлений всего. Из них только 12 уголовные правонарушения в сфере информатизации и связи. Правоприменительная практика в этой области отсутствует. Поэтому специалистам, работникам МВД или там, правоохранительным органам проще переквалифицировать это преступление. То есть если там хакеры что делают? Они взломали компьютер, украли деньги. Проще переквалифицировать ее в обыкновенную кражу, там, хищение. То есть ну, обычные понятные вещи. Потому что в области киберпреступления практики нет, экспертов нет, нормативка отсутствует. Как проводится экспертиза в сфере киберпреступления и информатизации? Привлекается специалист, его называют экспертом. Эксперт выносит свое там, мнение, и судья, руководствуясь данным мнением эксперта, выносит свое решение. Но на самом деле это такая скользкая дорожка, потому что другая сторона может привлечь другого эксперта, соответственно, который даст противоположное мнение. То есть, если нормативка не позволяет получать окончательное мнение, нет утвержденной процедуры экспертиз, то любое мнение эксперта можно оспорить. Это всего лишь эксперт, но как бы это не конечное мнение. Чем мы еще занимались? Из-за того, что электронным правительством занимается у нас Министерство информации и коммуникации, то есть дочернее предприятие. Так как это же министерство, кроме развития IT, занимается, она курирует и СМИ, то есть СМИ перестали нас поддерживать. То есть просто СМИ поступило устное указание не публиковать информацию, которую мы там пишем где-то на своей страничке там, или там репостим. Сказали, просто надо ее игнорировать. По этой причине нам пришлось, сейчас мы этому благодарны, этой ситуации, нам пришлось превратиться в СМИ. То есть мы создали свою страничку в Фейсбуке, и мы создали свой чат в Телеграме. На настоящий момент это более 1200 человек. Это площадка для обмена мнениями, знаниями и, в принципе, вообще для общения там, специалисты по безопасности, это основное направление, ну и IT. В принципе, весь рынок представлен. Страничка на Фейсбуке, на нее у нас подписано порядка сейчас 2500 человек, это как бы достаточно большая публика. И очень активно нас люди репостят, потому что ну, информация очень интересная для всех. И де-факто информация, которую мы публиковали, в какой-то момент СМИ уже не могли игнорировать. То есть в какой-то момент они сказали, ребят, ну как бы все об этом говорят, все ее репостят, там были у нас публикации, которые там 100 репостов, там 150 репостов, то есть все об этом говорят, и нельзя игнорировать, и мы смогли даже это сопротивление в какой-то момент победить. Для того, чтобы с нами считались, естественно, нужна квалификация. Ни одна из зарубежных компаний, которые работает или работала на нашем рынке, не заинтересована, чтобы местная квалификация развивалась. Все хотят продавать рыбу, никто не хочет продавать сети. Поэтому мы выбрали, основные конференции, в которых мы участвуем, это как бы обязательно к посещению и доступны для нас конференции, то есть для каждого направления свое. Это конференция Zero Night, она проходит в осеннее время, и конференция Positive Hack Days, компания Positive Technologies проводит, она проходит весной. Это две такие большие конференции, на которые мы рекомендуем всем ездить, принимать участие, и в которых мы сами принимали участие. Делегации, которые от нас ездили, мы практически ездили всем офисам, это там 15-20 человек, 25 человек, последний раз у нас поехало, это очень большие расходы, большая нагрузка на наш, ну, на бизнес, но это вещи, которые мы вынуждены делать, потому что нужна квалификация, чтобы спорить, чтобы своим мнением считались, чтобы его не могли, там, скажем, оспорить. Мы этим занимаемся. Дальше, мы пошли дальше. В рамках конференции Positive Hack Days мы начали участвовать в соревнованиях. Соревнование называется «Противостояние», «Стендофф», в которое порядка там, 10 команд хакеров, это ну, одних сильнейших, и там, 5-7 команд защитников, это тоже действующие команды, атакуют и защищают построенную инфраструктуру города. То есть организатор конференции строит целую инфраструктуру, там сотовый оператор, мобильный оператор, казино, банки, администрация,
и так далее. То есть промышленные объекты, нефтеперерабатывающие заводы. То есть фантазия очень как бы такая большая, развитая. И в рамках этого мероприятия, ну, для нас это надо понимать, что для нас это принципиальный вопрос, потому что нам, у нас есть комплекс какой-то, да, нам надо доказать своим госорганам, своему государству, что с нашим мнением надо считаться, что мы действительно специалисты. Мы приложили все силы, и мы заняли в прошлом году первое место с отрывом двукратным. В этом году мы заняли второе место в соревновании. То есть это соревнование, которому придают большое значение участники рынка и специалисты в целом. И нам это позволило также аргументировать и говорить, что мы действительно обладаем этими знаниями, действительно уязвимость, на которую мы показываем, у нас достаточно квалификации, чтобы ее перепроверить и как бы показать. И то, что мы не хуже там мировых специалистов. Это наша команда в прошлом году. То есть, ну, чтобы вы понимали, перелет для нас из Астаны в Алмату, в Москву, достаточно накладное мероприятие. Это уже наш состав в этом году весной. То есть количество людей увеличивается, но есть и люди, которые уходят из компании. То есть есть текучка кадров небольшая, но в основном люди приходят. И что очень интересно, есть люди, которые нас поддерживают, специалисты, и приходят к нам с понижением зарплаты. То есть когда нам госорганы говорят, мы не можем содержать людей, потому что у нас там маленькие зарплаты, а в бизнесе большие зарплаты, на самом деле это лукавство. Очень многие люди готовы идти, даже в госорганы, все идут ради идеи, все идут ради интересной работы, ради интересных проектов, и зарплата здесь не самое главное. То есть в нашей практике есть люди, которые там с двукратным понижением зарплаты приходили, но им нравится сама обстановка, сам процесс. Мы избегаем всякого рода бюрократии, то есть люди, технари занимаются технической работой, есть люди, которые помогают им писать там отчеты, скажем так, обслуживающие. Параллельно с этим мы начали развивать собственные мероприятия, собственные какие-то конференции, приносить квалификацию в массы. Это всемирная, вы знаете, конференция DevCon, основная конференция проходит в Лас-Вегасе. По всему миру проходят так называемые встречи DevCon. Это называется, ну, формат встречи DevCon. Обычно встречи DevCon не превышают там 20-30 человек. Это небольшие встречи, когда люди, единомышленники встречаются, обсуждают какие-то проблемы, новинки, там, новости и как бы расходятся. В какой-то момент у нас возникли проблемы с форматом DevCon, потому что на первые, то есть группа DevCon в Москве собирает там 20-30 человек, 15 человек — это нормально. На наше первое мероприятие DevCon пришло 900 человек. То есть понятно, что мы изначально выбились из формата. В то же время это же франшиза, то есть мы берем разрешение от компании, ну, от организатора DevCon на использование этого бренда. Сам DevCon накладывает ограничения, то есть запрещено рекламировать, запрещено там продвигать какие-то бренды, и есть ряд ограничений там своих, которые надо выполнять. Поэтому мы пришли к своему формату конференции, в котором нас никто не ограничивает. Название Казахстан. Название родилось само собой. DevCon, когда регистрировал нас как страну, группа DevCon, они ошиблись в названии и написали Казахстан, и очень, наверное, прижилось. В этом году мы проводим вторую конференцию 5 октября. И формат конференции, он сугубо практический. Да, мы уже начали привлекать спонсоров, потому что формат уже не позволяет нам самим покрывать все расходы. То есть мы привлекаем спонсоров, и в рамках конференции мы говорим, да, наш спонсор, там, компания такая-то, то есть это как бы небольшая реклама. В основном мы избегаем рекламы и не обсуждаем никакие продукты в рамках конференции. Это был наш первый DevCon. Это оставшиеся люди. Это был второй DevCon в Алмате. Это была первая конференция Казахстан. 2000 человек пришло
на открытие наше. При регистрации было, то есть за час пришли люди, и это была очередь, вот мы видим, очередь стояла на улице. На эту конференцию мы пригласили представителей госорганов, которые всегда жаловались на то, что нет специалистов, нет людей, которые готовы работать в этой отрасли. Мы, когда показали очередь, сказали, вот смотрите, 2000 человек, они, им это интересно, они хотят в этой отрасли работать, надо просто ее заинтересовать. Одновременно с этим мы начали развивать свою квалификацию и получать сертификаты. То есть мы изучили рынок сертификатов и пришли к выводу, что OFCP, по-моему, называется, сертификат, на сегодняшний момент на рынке самый как бы, такой представляющий, отражающий нашу специфику, приближенный к практике. И мы начали... Наши ребята начали получать сертификаты именно от этой организации. То есть здесь мы приводим ники наших специалистов, которые защитили сертификат. На сегодняшний день уже все эти фамилии закрашены. Буквально на прошлой неделе ребята получили свои сертификаты. И, то есть это ники людей, которые имеют сертификат. То есть на момент, когда я сфотографировал со стены, они были не закрашены, потому что сами сертификаты не пришли. В принципе, это все люди в Казахстане, которые имеют сертификат, больше никого нет. То есть, к тому, что никто не заморачивался на этой сертификации. А зачем мы все это делали, как мы себя видим? То есть, мы делаем это больше, скажем так, можно назвать это из патриотических каких-то побуждений. То есть, нам хочется развивать местную квалификацию, нам надоело покупать готовые продукты, нам хочется разрабатывать свое и быть специалистами. Но чиновники с нами не согласны, они нас видят совсем по-другому. То есть они считают нас какими-то, там, не знаю, оппозиционерами, которые мешают их работе, мешают зарабатывать деньги, мешают там, внедрять технологии. В какой-то момент мы все поняли, что прежняя стратегия информационной безопасности не работает. Естественно, стратегия заключалась в том, что то есть, никого не подпускаем к системам. Проверять нельзя, проверку осуществляют наши же заинтересованные подразделения, то есть одна дочка министерства разрабатывает электронное правительство, другая дочка министерства проверяет этот продукт на безопасность. Понятно, что никаких претензий у министерства самому к себе не было, отчеты были очень замечательными, но диалог был неизбежен, поэтому состоялся разговор с представителями госорганов. Они выслушали нас, мы привели свои доводы и пришли к единому мнению, что нужно менять ситуацию, нужно вносить изменения в законодательство, что мы отстаем. И было два пути развития событий. Первый путь событий — это так называемый классический снизу вверх. Когда мы как частная компания, частная там, неправительственная организация должны были выйти с инициативой на ассоциацию IT-компаний, не знаю, выйти на министерство. Министерство должно было поддерживать, не поддерживать нашу инициативу, подняться дальше. То есть дальше эти вопросы должны были обсуждаться выше и выше. То есть по этому пути развития, ну, прошло бы года три, наверное, мы пришли бы там к нынешнему состоянию. Там, 3-4 года, не знаю, потому что там обсуждение. И второй путь развития был сверху вниз. То есть нужно было внести изменения в верхний уровень документ, который уже позволял, опираясь на эти изменения, выстраивать полностью архитектуру и вносить изменения во всю систему. На тот момент единственный доступный был нам документ, это был конец 2016 года. На тот момент был единственный доступный документ ближайшего верхнего уровня, это было послание, ежегодное послание президента народу Казахстана. Надо отдать должное в министерстве, отдельные люди в министерстве поддержали нашу идею, сказали, да, действительно, вы правы, надо эту идею, ну, этот вопрос продвигать. Вышли с инициативой и отстояли вот такую вот формулировку в послании президента. То есть она включалась в послание очень в короткие сроки, она очень обтекаема, но, в принципе, она отражает смысл, что нужно что-то делать вот в направлении кибербезопасности, надо строить защиту. И формулировка поэтому такая очень общая. Поручаю правительству и комитету нацбезопасности принять меры по созданию системы киберщит Казахстана.
Дальше, опираясь на поручение президента уже, администрация президента нарезала там, список поручений, список задач, и, в принципе, поезд наш двинулся вперед. Очень сжаты были сроки, потому что на тот момент все поняли, что мы отстаем, и поручение президента вышло 31 января, сроки были поставлены конец мая. Естественно, в таких условиях госрегулятор, тем более, не имеет квалификации, там, ну, специалистов очень мало, то есть это люди, которые занимаются в основном перепиской, какой-то работой там, законодательством, но тут писать надо свою базу НПА, в этом плане очень сложно. Начали изучать мировой опыт и переняли очень много с опыта Российской Федерации, то есть госсобка. Кибершит копирует очень много вещей с российской нормативки. Здесь я привел некоторые поправки, которые мы ввели в целом. В рамках изменений законодательства республиканского государственного предприятия Гостехслужба, это оператор ИБ в Казахстане, он был передан из Министерства информации и коммуникации, которое занимается разработкой IT-проектов, оно было передано в другой госорган, Комитет национальной безопасности, чтобы избежать конфликта интересов. Ну, закрепили некоторые определения, то есть в частности критически важные объекты инфраструктуры. Закрепили за оператором ИБ, что будут создаваться, как он называется, основной центр мониторинга, назовем так, сокращение, ГЦУСТ. А, нет, ГЦУСТ. Из-за того, что очень были сжатые сроки, очень было мало специалистов, очень много было вопросов, нормативка получилась очень сырая. К нам приходили документы на согласование, мы их отклоняли несколько раз. На тот момент я уже был членом общественного совета министерства. Я забыл добавить, что на момент выхода послание президента, мы думали, что все, на этом наша миссия закончена, то есть все вопросы будут двигаться дальше самостоятельно, то есть силами министерства. Оказалось, все не так-то просто, то есть не хватает специалистов, не хватает знаний, поэтому министерство попросило нас принять участие в работе министерства и включило нас в общественный совет, так называемый. То есть по нашему законодательству при каждом министерстве создается общественный совет из видных деятелей, членов общественных организаций, которые наблюдают за работой министерства, перед которым министерство отчитывается. То есть в рамках министерства мы отклоняли несколько проектов концепции кибершита. В какой-то момент вице-министр, отвечающий за это направление, сказал, тут как бы вопрос стоит очень серьезно, мы провалили уже не один раз срок, то есть ребята, нам надо согласовывать в каком-то виде проект. Поэтому мы отстояли включение в концепцию киберсчета, один показатель, мы сказали, ладно, мы не будем менять его в полном виде, мы включили туда целевой индикатор, который называется глобальный индекс кибербезопасности. Этот индекс подсчитывается ежегодно Международным союзом электросвязи при ООН, то есть независимая, такой, как бы, независимая оценка. Естественно, министерство очень сопротивлялось в первое время, сказали, давайте мы введем свой собственный индекс, мы будем его считать самостоятельно каждый год, и будем вам перед вами отчитываться. То есть, понятно, это такой хитрый ход, что рейтинг, который вы считаете самостоятельно своим же сотрудником, он всегда будет расти, и его можно там наперед на 3 года посчитать. То есть, мы сказали, нет, да, давайте внедрять. Как бы. Но это единственное условие, которое мы как бы смогли пробить. Несмотря на то, что законодательство сырое, есть многие вещи, которые остались вне нормативного поля, в частности, частные секторы, там роли и место наши как бы не до конца оговорены. Несмотря на это, в рамках существующего правового поля РГП ГТС, это оператор ИБ, теперь уже при Комитете национальной безопасности, сейчас ведет активную работу по построению основного центра мониторинга республиканского, которая будет работать уже с нижестоящими органами. Естественно, возникло очень много проблем для IT-оператора, то есть здесь на этой картинке мы видим, как IT-оператор работает без ИБ, то есть он применяет требования ИБ, и все это дело останавливается. В итоге
попытавшись внедрить какие-то процессы кибербезопасности, IT-оператор все-таки от них все-таки отказался заново. То есть, потому что ответственный чиновник, руководство сказало: ребята, перед нами не ставят эту задачу. KPI министерства и отраслевое нашего, ну, наше дочерное предприятие оператор IT не входит в обеспечение безопасности. Да, есть подразделения, которые анализируют безопасность, мы пишем отчеты, но мы пострадаем гораздо больше, если не внедрим проект. Поэтому как бы давайте находить баланс, и мы будем строить проекты так, как считаем нужным. Дополнительно изучая вопрос, мы увидели, что по мировому опыту 10% от бюджета IT в среднем уходит на обеспечение информационной безопасности. Ну, то есть это приобретение железа, приобретение каких-то услуг, консалтинг, это все, что связано с безопасностью. Когда мы провели примерную оценку рынка ИБ в Казахстане, оказалось, что казахстанский рынок ИБ получает деньги в размере, ну, около там, 3-3,5% от IT. И эта история продолжалась очень долго, соответственно, ИБ недополучало финансирование очень долгое время. И это была одна из причин, почему мы докатились до такой ситуации. Еще одна из причин – это повсеместно подразделения ИБ находились в подчинении подразделения IT. То есть руководители IT-департамента, ну, обычно это так называется, выслушивает двух своих подчиненных. Один говорит, что у нас там сжатые сроки, мы хотим быстрее там, как бы, запустить проект. И выслушивая одновременно специалиста ИБ, который говорит, надо подождать, надо отложить проект там, на месяц, на два, потому что мы видим в нем какие-то проблемы, нам надо внести изменения. Естественно, IT-подразделения у них, там, преследуя свои интересы, принимали решения не в пользу ИБ-подразделений. В этом плане как бы руки у ИБ подразделения опять же были связаны. Еще одна проблема, ну, это связано с тем, что недофинансирование ИБ в целом шло. И из-за того, что рынок насыщен иностранными компаниями, которые оказывают услуги, компания, которая занималась кибербезопасностью, она выглядела примерно так, что в ней работало 5 человек. Это директор компании, секретарь, который помогал оформлять документы, два специалиста технических, ну и один специалист, который умеет писать какую-то документацию. Как только компания выбивается из этой формулы, там 6 человек или больше, компания становится убыточной. При получении проектов, которые подразумевают больше человеческих ресурсов, выгоднее использовать аутсорс, то есть привлекать иностранные компании, но это опять же наносит урон отечественному рынку, то есть квалификация не развивается, то есть мы просто становимся страной, которая просто покупает готовые решения, не развиваем свои решения. В нашей компании на сегодняшний день работает около 35 человек, то есть можно понять, насколько мы не прибыльны. И согласно стратегии, которую мы внутри компании приняли, мы планово убыточная компания на сегодняшний день и планируем возместить эти расходы в будущем, когда рынок будет уже сформирован. Отсутствие понимания со стороны чиновников – это еще одна проблема. У чиновников там свой KPI, они преследуют свои цели. После публикации, после того, как президент дал поручение, через месяц было совещание с участием президента, и наш министр отраслевой сказал, что киберщит уже построен, остались небольшие там формальности, то есть нам осталось написать пару документов, и в принципе все построено. То есть понятно было, что человек совсем не понимаешь, чего мы хотим, какие проблемы существуют, то есть это как бы на самом деле превращается в еще одну серьезную проблему. Очень много советников на нашем пути было. Люди говорят, вы делаете неправильно, надо писать там письма, надо делать по-другому. Мы объясняем, что, ребята, как бы мы работаем в бизнесе, нам это совершенно не нужно. Мы вынуждены заниматься этой общественной работой, это нагрузка, которая нам не нужна. И мы были бы счастливы, если бы вы, там, в частности, да, там, дающий совет нам человек, возьмете эту работу, мы готовы ее финансировать. Мы не хотим вставать там, на линию удара, мы не хотим идти в открытую конфронтацию, но мы вынуждены это делать, так как правила рынка не такие на сегодняшний день.
И никто не захотел эту ношу нести. То есть, ну, это как бы тоже, наверное, для вас это будет полезный опыт, для нас это был полезный очень опыт, потому что мы пытались пригласить к себе в объединение юрлиц какого-то крупного игрока, мы хотели пригласить IT-оператора, мы сказали, давайте вы зайдете, вы будете заниматься этой политикой, вы будете заниматься популяризацией, мы будем, ну, вы будете якорным участником. То есть на сегодняшний день никому это не надо. Все хотят учить, все хотят давать советы, как в старом грузинском анекдоте, да, у нас страна советов, говорит, а не страна баранов, поэтому мы все даем советы. Ситуация вся эта, конечно, нам надоела, и здесь то, о чем он говорит, мы включили все-таки этот индекс кибербезопасности в целевой индикатор, и это показатель, по которому оценивается работа. То есть это очень важно, потому что до этого безопасность не оценивалась никак. Оценивалась потраченными средствами, то есть IT-оператор наш, IT, ну, квази-государственные органы, нас компании, очень избалованы. Как только они видят проблему, они пытаются найти соответствующий продукт на рынке, купить его и залатать дырку. То есть никто не хочет думать, как это работает, как можно ее исправить там, дешевле и проще. Все хотят просто покупать продукты, ставить готовые решения, там, аутсорсить. И, соответственно, безопасность измерялась тем, что там, в этом году у нас потрачено там, условно миллиард, в следующем году это 2 миллиарда, мы стали безопаснее. А чем ее измерить, ну, как бы непонятно. Подготовка специалистов – это еще одна проблема. Министерство, ну, то есть вначале вы видели, мы показали, что всего 0,1% выпускников обучались по специальности информационной безопасности. Когда мы пытались увеличить квоты, ну, гранты для студентов информационной безопасности, нам сказали, дополнительного финансирования нет. Для вас выделять бюджет отдельно мы не будем. Поэтому мы пошли другим путем. Мы сказали, ну, настояли на том, что раз 10% IT-рынка должен представлять, ну, расходов IT-рынка должен представлять ИБ, давайте мы будем увеличивать количество грантов или там, стипендий для специалистов ИБ за счет уменьшения специалистов в области IT. То есть, по сути, это как бы по большому счету это все относится к IT, но немного небольшое делаем перераспределение и можем этими пропорциями играть. То есть сейчас нам это нужно, мы будем увеличивать пропорцию, со временем, если будет не так нужно, мы можем ее уменьшать. Поэтому нам удалось увеличить гранты за счет внутренних ресурсов министерства. То есть дополнительное финансирование не понадобилось. Еще одна задача, которую государство уже должно решать. На рынке очень много специалистов. То есть когда государство жалуется на то, что не хватает специалистов, мы говорим, что специалистов много. Мы видим там, на конференции, по докладам, видим, что специалисты есть. Просто они не переходят из отрасли там, IT, я тут условно показал, в ИБ, потому что нет понимания, нет рынка, нет должного финансирования. И как только вы создадите правильные, должные условия, рынок сам должным образом реформируется, изменится, и появятся компании, появятся люди с квалификацией, то есть они на рынке есть, которые перейдут в эту отрасль. Это к тому, что обучение специалистов – это долгий процесс, а на сегодняшний день специалистов по ИБ мы можем переманить там, из других направлений бизнеса. Еще одна проблема – это утечка кадров. То есть, как правило, специалисты по ИБ должны иметь очень высокую квалификацию, и автоматически специалисты становятся очень востребованы во всех других компаниях, и за ними всегда охотятся. То есть, по своему опыту скажу, 90% сотрудников нашей компании имеют приглашение на работу с зарплатой в два раза больше. То есть их официально пригласили, сказали, как только вы даете свое согласие, мы вас принимаем в свою компанию. С двухкратным увеличением зарплаты, даже не спрашивая, какая зарплата. Поэтому приходится выстраивать отношения к компании, сам бизнес таким образом, чтобы участникам процесса и сотрудникам было интересно с нами работать, чтобы задачи были интересные. То есть всегда над вами висит проблема, что специалист по ИБ может перейти в любой момент в другую компанию. Для него это не проблема, это как бы проблема у нас, руководителей. И один из путей решения проблемы, которым применяется, это профдеформация, так называемая.
эту проблему мы обсуждали там, с одной из российских компаний, которая также столкнулась с тем, что люди часто уходят. В людях развивают узкую квалификацию, очень высокую, но узкую квалификацию. То есть он становится там, безопасником по одному направлению. То есть этот человек востребован, будет крайне востребован и высокооплачиваем у вас. Но как только человек будет переходить в другую компанию, где требуется там, широкий профиль, ну, к примеру, там, банковский сектор, то есть в других отраслях, в других направлениях IT, он уже не будет иметь там, должной квалификации. То есть такой оверскилл в одном направлении и там, недостаточные скиллы там, в другом направлении. То есть это помогает бороться с утечкой кадров с одной стороны и с другой стороны людям самим интересно. То есть они занимаются не свойственными для себя задачами. То есть это проблема, с которой вы можете столкнуться. Зачем все это надо и чего мы добились? Да, ну, в принципе, я рассказал, для чего мы это делали и чего мы добились, кроме ненависти со стороны госорганов. Мы добились того, что есть, скажем, положительные моменты, есть отрицательные моменты. Если в начале нашей работы на рынке ИБ не было никого, практически не было заказов, соответственно, не было средств для существования компании, на сегодняшний день все вопросы, которые мы поднимаем, они вынуждают компании заниматься вопросами кибербезопасности и, соответственно, тратить на это деньги. У нас появился рынок, у нас выделяются бюджеты, то есть если не запланирован бюджет, его выделяют с экономленных статей каких-то, либо урезают где-то с IT, потому что в экстренном порядке надо дыры латать. Но мы получили обратную сторону. Так как эти проблемы поднимаем именно мы, многие компании отказываются с нами работать, ну, которые там, пострадали, которые вынуждены в этом направлении работать. Все говорят, ребята, мы не хотим с вами работать, мы будем работать там, с другой компанией. Где-то с иностранными компаниями, где-то с местными компаниями другими. Но мы все равно считаем, что это наша победа, потому что одно дело, когда мы были монополистами на пустом рынке, то есть это ничего не значит. А другое дело, когда мы являемся одним из игроков на рынке, на котором действительно есть деньги. Это уже следующая проблема, как мы будем заниматься этими вопросами, как мы будем заниматься ребрендингом и работать с этими клиентами. Но ситуация такова. Ну, и опять же, возвращаясь к этому вопросу, мы были бы счастливы, если бы было некое НПО, неправительственная организация, у вас называется НГО, да? Так понимаю. Которые бы занимались этими вопросами, популяризацией, то есть, а мы бы спокойно занимались своим бизнесом. Но так как никто не хочет этим вопросом заниматься, мы вынуждены, то есть я одновременно занимаюсь вопросами популяризации, подниманием этих вопросов, и тут же занимаюсь бизнесом, и тут у меня возникает конфликт интересов. То есть в этом смысле очень важны неправительственные организации, ассоциации, которые эти вопросы продвигали без удара для бизнеса, скажем так. Потому что для нас это как бы получается двойной удар. Мы тратимся на это, мы там тратим свои ресурсы, и в то же время мы становимся отрицательными героями в этой истории. Буквально недавно Министерство обороны и аэрокосмической промышленности определило список критически важных объектов инфраструктуры. Это 219 объектов на сегодняшний день, в следующем году их количество увеличится. Все они, то есть к ним уже предъявляются определенные требования. То есть, когда мы поднимаем вопрос, как надо обучать специалистов, у нас будет очень много выпускников, мы хотим привлекать специалистов, то есть куда они пойдут? То есть им надо обеспечить, их всех надо обеспечить работой. Соответственно, относя какие-то организации к критически важным объектам инфраструктуры и обязывая их вводить должности по безопасности, мы создаем некий рынок. То есть, как минимум 219 компаний, каждая из них, если возьмет хотя бы там, по 2 специалиста по ИБ, мы создали места работы для 500 человек. То есть, это прям целый плазмы. То есть, хорошая будет основа для развития. То есть, понятно, что на начальный момент это будет там, специалисты слабого уровня, но это уже, по крайней мере, что-то. Ну, здесь министерство провело какую-то аналитическую работу, что там 80 тысяч организаций, 29 тысяч используют интернет, около 800 организаций нуждаются в защите. И проведя анализ, министерство вышло на цифру 35 тысяч специалистов.
То есть потребность рынка в ближайшие там, 5-10 лет составляет 35 тысяч специалистов по ИБ, которых надо подготовить. То есть количество людей в подразделениях ИБ в Казахстане будет плюс-минус 35 тысяч. Ранее мы говорили о том, что ИБ получала, недополучала финансирование, поэтому все эти изменения в законодательство, включение там требований, включение в список УИКИ, увеличивает наш рынок до там, 1,5 миллиарда тенге, от 200 миллионов тенге. То есть это уже там, в 5 раз получается. И ну, там, по оценке министерства это составит около там, 13% рынка IT. Ну, там, плюс-минус. Как бы. Ну, понятно, тут отсюда надо еще принимать эту цифру не в чистом виде, потому что сюда входят приобретение решений, то есть железо, там, фаерволы и так далее, они съедают львиную часть. Нас интересует, так как у нас не хватает специалистов, именно людей, нас из этой цифры интересует только та часть, которая будет затрачена на людей, на консалт. Я уже заканчиваю. Да. Здесь опять же вот, статистика из министерства, это количество грантов, которые мы планируем выделять в 2018 году, то есть на... В 2015 году было 60 грантов по всей стране, в 2017 году 180, а в этом году уже 500 грантов выделено на обучение специалистов. Это сам индекс кибербезопасности, который подсчитывает Международный союз ветросвязи. Здесь мы видим вот данные Беларуси и Казахстана. То есть, сам индекс включает около там, 70 пунктов. И здесь просто на схеме отмечено там, красное там, не соответствует, желтое там, средняя оценка, зеленая там, достаточно. На 2015 году мы у нас был коэффициент 0,176. Мы занимались там, во второй сотне место в рейтинге. В 2017 году уже индекс был 0,352. Мы занимали 83 место. Задача поставлена получить оценку 0,6 и войти там, в тридцатку стран по рейтингу кибербезопасности. Здесь я в увеличенном виде показал материалы. Здесь мы видим, что, возможно, ситуация поменялась. Отраслевые центры кибербезопасности отсутствуют в стране. Профессиональные стандарты, то есть получили низкую оценку. Стратегия получила низкую оценку. Думаю, что показатели кибербезопасности и механизмы стимулирования и отрасль информационной безопасности. Да? А, тут еще один. Межведомственное сотрудничество. То есть надо понимать, на самом деле, что индекс кибербезопасности, он не отражает реальную ситуацию. Это всего лишь процессы, которые необходимы. Но без этого никак не избежать, не построить безопасное государство. Потому что индекс кибербезопасности включает в себя нормативную базу, требования, база, на которой все это строится. То есть мы не можем строить все это на пустом месте. Вот, в принципе, все, что я хотел рассказать. Я извиняюсь, если я затянул по времени и немного вас утомил. Если есть вопросы, я готов на них ответить. Сессия вопросов и ответов. Уважаемые коллеги, на самом деле хорошо, что и Арман выступил. Спасибо большое за выступление. Действительно, на самом деле многие моменты, которые есть в Казахстане, можно использовать и в Беларуси. Какие-то, конечно, нет, потому что да. Есть и разные госорганы, есть разные ситуации. Но в целом я всегда был за дискуссию, поэтому хорошо, когда есть выступающие, но хотелось бы отклика из зала, потому что на самом деле самое главное – это дискуссия. И те вопросы, которые мы сможем сегодня обсудить в ходе дискуссии, пользуясь опытом, в том числе Казахстана,
пользуясь тем, что аудитория такая собралась сегодня, есть и студенты, есть и практики, есть и из разных отраслей люди, которые бы занимаются. Поэтому, коллеги, давайте активнее подумаем и зададим пару вопросов. Можно и больше, не обязательно пару, да? Для начала пару, для разогрева. А микрофон мы будем так? А, да. У нас еще есть микрофон. Есть еще один микрофон. Да. Так. Ладно, задавайте пока вопрос. Здравствуйте. Большое спасибо за доклад. И у меня вопрос касательно того, какой объем работы, ну, загруженность ваших специалистов. Правильно ли я понимаю, что вы предоставляете услуги по пентестам? Да. Основной продукт, который мы сегодня представляем, пентест. Мы понимаем, что пентест – это не тот продукт, с которым надо двигаться в будущем, но на сегодняшнее состояние, на состояние рынка на тот момент у людей не было понимания, что безопасность нужна. И нужен был инструмент, который позволял доказать, что безопасность, ну, то есть это реально, что вас реально могут взломать, что реально могут проникнуть. И поэтому мы начали продвигать пентесты и оказывать эту услугу. По загруженности. На момент начала нашего бизнеса, понятно, ни у кого не были заложены бюджеты. То есть это только частные компании, либо банки там обращались с заказами, и то там где-то на экономии бюджета. Поэтому мы делали очень много пилотов. Сейчас количество пилотов мы очень сильно сократили, мы делаем только работу по контрактам. Но до этого 2 года практически мы занимались бесплатной работой. Мы делали пилоты для нацкомпаний, для госорганизаций, для квазигов, для электронного правительства очень много мы работы сделали. То есть вся эта работа, по сути, была сделана бесплатно, с одной стороны. Но с другой стороны, мы себе поставили такой KPI, раз мы убыточная компания, мы должны свою успешность измерять в количестве привлеченных людей по штату и по квалификации. С одной стороны, это был для нас расход по проведению пилота, с другой стороны, это возможность обучаться на реальных проектах и повышать свои квалификации. Загруженность очень высокая. Хорошо, еще один вопрос. Как много у вас сейчас именно заказчиков, которые готовы платить деньги, приходят из госсектора? Из квази-госсектора, скажем так, это с портфельной компании, там Самрук Казна наших, в год 3-4 клиента из госсектора, квази-госсектора бывает. Ну, то есть они как минимум есть? Да, как минимум они есть, да. Я вас понял. Да. И еще вопрос. Правильно ли я понимаю, что вы в основном занимаетесь тестированием веб-продуктов? Двигаетесь ли вы в сторону тестирования мобайл, аппликейшенов, в сторону IOTA и таких более интересных вещей? Да, мы занимаемся не только веб, у нас есть опыт и там по банковскому сектору, там, который включает в себя там разные решения, там, и по IOTA был некоторый опыт, по умным домам какие-то был опыт. Плюс у нас есть проекты по реверс-инжинирингу, то есть мы искали уязвимости в мобильных приложениях, и к нам обращаются за консультациями компании, которые оказывают услуги по анализу исходного кода автоматизированными продуктами. Но автоматизированные продукты дают очень много ложных срабатываний. То есть компания написала код, отправила на анализ через продукт, получает там предупреждение там 150, и надо понять, 150 предупреждений реальные, которые ложные срабатывания. То есть мы пишем свое заключение, что там, в этих случаях это реально реализуемая атака, а в других случаях это нереализуемая атака, это ложное срабатывание. Соответственно, компания вносит изменения и так далее. Раз вы затронули тему DAST-ов и SAST-ов, не могу не спросить у вас, такие решения, во-первых, для публики, я поясню, достаточно дорогостоящие, и я уверен, что вы также используете какие-то тулы типа Fortify для static code анализа, либо там, тот же Aquanetics для динамического анализа application. Какие у вас тулы используются в данном плане? Мы не увлекаемся, то есть наши специалисты считают, что использование автоматизированных решений это не кошерный способ работы, поэтому как реальные специалисты, там true hackers, да, они используют ручной метод. Потому что ручной метод не генерит очень много логов, к
который позволяет работать незаметно и позволяет им менять какие-то вещи. Ну, большую часть работы самостоятельно. То есть, и поэтому результаты всегда у нас выше, чем автоматизированных решений. Супер, спасибо большое. Спасибо за доклад. Если позволите, два вопроса. Первый вопрос следующий. У вас очень хороший, ну, в вашей компании технический потенциал. Оказываете ли вы на основе этих знаний еще и консалтинговые услуги в процессных вещах, в оценке рисков, например? Да, мы сейчас развиваем это направление, потому что после того, как мы проводим какой-то пентест, логически возникает вопрос, а что делать, чтобы исправить ситуацию. Поэтому мы сейчас развиваем направление бумажной безопасности, мы для себя называем, да, это аудит по стандартам. Мы для себя выбрали, что самый популярный стандарт, самый подходящий, 27001, по которому надо выстроить какие-то процессы в компании. И да, мы оказываем в этом плане услуги консалтинга и по предсертификации, подготовленной к сертификации. И тогда второй вопрос. Учитывая, какой вклад вы внесли в общегосударственное дело, поделилось ли государство своей инфраструктурой? Я имею в виду доступом неким к сетям электросвязи, понятно, с соблюдением определенных правил, процедур и прочих вещей, но очень нужных и полезных людям, которые занимаются практической безопасностью. Нет, мы до сих пор остаемся изгоями в своем государстве, потому что то есть от нашей критики никого еще не похвалили, скажем так. То есть мы показываем все проблемы, которые есть в государстве, и, естественно, мы не можем выстроить диалог. То есть нам говорят, давайте вы не будете публиковать эту информацию, а мы как-то сами со временем все это исправим. То есть и ситуация не исправляется. Плюс, соответственно, через какой-то период там, мы даем время на исправление, проходит месяц, два, три, мы говорим, ну, ситуация не меняется. Мы публикуем, проходит несколько часов, и проблема там исчезает. То есть наладить взаимоотношения, но пока мы хотели бы, конечно, наладить взаимоотношения, но пока не получается. Спасибо большое. Добрый вечер. Здравствуйте. Вот я внимательно прослушал ваш доклад, там такой тезис старый, добрый, подтверждается, что кадры решают все. Да, формально, да? Да. А подскажите, пожалуйста, вот в части, может быть, есть у вас какие-то проекты взаимодействия там с учебными учреждениями, это вузы, еще какие-то учреждения, которые готовят специалистов по данному направлению. Что ваша компания конкретно вот в этом направлении делает? Да, у нас есть меморандум с несколькими университетами. Наши специалисты выезжают и читают, ну, выездные лекции студентам. Мы проводим периодически мероприятия, там, есть формат такой 26.00 формат, когда люди собираются где-то в баре, обсуждают какие-то, ну, делают доклады за кружкой пива, это такой неформальной обстановки. Мы проводим какие-то девконы, мы проводим конференции, и на эти конференции приглашаем студентов. То есть все конференции, как бы важно отметить, это бесплатные конференции, мы на них не зарабатываем, ну, мы на них только тратим. Соответственно, на прошлогодней конференции там пришло 2000 человек, и в основном это инженеры и, там, и студенты. То есть как раз-таки такой обучающий, стимулирующий такой процесс. Это как бы неплатная конференция, на которой обычно зарабатывают и там что-то продают. Если позволите, еще один вопрос. Я там внимательно посмотрел на индекс, вот этот интересный кибербезопасности, там критикуют проблематику нашей стороны отсутствия профессиональных стандартов, которые, кстати, есть в Российской Федерации. Они у нас в стадии разработки на данный момент времени. А что, так сказать, в этой области в Казахстане сделали? Что интересно, вот по этому индексу, то есть мы настояли, чтобы его включили, потому что он достаточно хитрый такой. Он состоит из 70 пунктов, измеряется индекс таким образом. Если есть документ, то есть требование выполняется, ставится единичка. Не выполняется, ставится 0. Ну, если наполовину, то могут поставить 0,5. Соответственно, в конце вычисляется средняя арифметическая и получает средний балл. Включив этот индекс в показатель, министерство получает возможность видеть, по каким пунктам им поставили, там, условно, двойки, там, тройки, и выбирать из этих показателей тот, который, как бы, они могут быстро исправить. Сейчас на утверждении находятся профессиональные стандарты. Нас с этими стандартами очень сильно торопят, потому что вот-вот выйдет индекс, понятно. Теперь уже не мы бегаем за министерством, министерство бегает за нами. То есть мы хотим какой-то индекс.
Его подготовили уже несколько месяцев назад, но мы его не согласовываем, потому что сырой документ, то есть нет понимания. Но работа как бы ведется, и она на завершающей стадии сейчас. Арман, такой еще вопрос. Там вот 12 уголовных дел было, которые в статистике МВД выявлены. Это все ваши дела, да, или нет? Нет, нет. Слава богу, нет. Нет, но судя по всему, то, что действия активные совершаются, вот я имею в виду, это шутка, конечно, но в конечном итоге, как вы пересекаетесь с правоохранителем в этом плане? Да, на самом деле, у нас был на начале нашей работы серьезный разговор с несколькими высокопоставленными чиновниками, которые пригласили нас, и мы сразу сказали, что как только вы скажете нам остановитесь, мы не хотим идти в открытую конфронтацию, то есть это как бы не наша задача, мы уйдем. Но попытались привести свою аргументацию и показать, что польза от нашей работы больше, чем вреда. К нашему счастью, эти люди согласились, сказали, что да, ситуация такая, что по-другому, видимо, это работать не будет. И пока как бы занимает выжидающую позицию. Понятно, что достаточно там одного указания там какого-то чиновника, либо там какой-то, не знаю, изменится какая-то ситуация, и нам могут пришить там какое-то уголовное дело, но, слава богу, до этого не дошло, и мы пытаемся балансировать между этими вещами. И министерство, в принципе, нас в этой работе поддерживает, потому что они видят, что это помогает показывать проблему, помогает им же там какие-то вещи там продавливать, и мы выступаем в этом смысле каким-то инструментом. Но, опять же, повторюсь, мы бы не хотели этой работой заниматься, потому что это не свойственно для бизнеса, это совсем другие люди должны заниматься, которые занимаются там НПО или там общественная организация, это работа там, полностью их. Но мы заложники ситуации. То есть, либо уйти с рынка, либо эмигрировать, как вариант, либо работать так. Ну, что? То есть, по сути, я так и говорю, что это действие на грани. В каком плане? Вы действуете практически тем же инструментарием, что действуют и злоумышленники, но вы с белым флагом, заранее поднятым, говорите, что вы действуете для того, чтобы обезопасить, в том числе, государственные органы. Мы не используем эти данные. То есть, даже многие из данных, которые мы находили, публиковали, они уже были общеизвестны. Это вот парадокс, который возникает. Уязвимость, она известна в кругах там, специалистов, айтишников, но легализовать эту информацию невозможно, потому что как только ты о ней сообщаешь, за тобой начинают как бы ходить представители правоохранительных органов, либо там угрожать владельцы этого портала, ресурса, начинают угрожать тебе статьей, но они не применяют силы, там, средств для того, чтобы исправить ситуацию. То есть все пытаются там пользоваться уголовным кодексом и отогнать всех от своего ресурса. Не трогайте его, да, он может быть дырявый, но вы не имеете права об этом говорить. То есть мы пытаемся сломить этот момент, и сейчас вышли с инициативы вообще проработать возможность бакбаунти, введения института бакбаунти в Казахстане. Сейчас на рассмотрение. То есть поручение премьера, премьер уже дал, сейчас это как бы в обсуждении находится. Каковы перспективы киберсчета? Когда будет создан? Понятно, что уже месяц после опубликования сообщения. До конца года поставлены сроки РГП ГТС, госсельслужбы, это оператор ИБ, по созданию Национального координационного центра информбезопасности. Это самый главный центр мониторинга. Центры мониторинга созданы в некоторых банках. Все смотрят, почему мы особо подчеркиваем ГТС. Все смотрят в сторону главного центра мониторинга, потому что надо будет с ним интегрироваться, надо будет объединяться. Возможно, будут какие-то выдвигаться требования, поэтому как бы опережать события никто не хочет. Все ждут, когда будет построен центр мониторинга. Это конец года, как бы, сроки. То есть, по сути, центр мониторинга должен и забрать ваши функции в какой-то степени. Надеемся, что да. То есть мы бы, конечно, хотели заниматься бизнесом, а не политикой. Еще вопрос? Да, коллеги, тут нам те люди, которые следят за нами онлайн, спрашивают, почему люди, которые задают вопросы из зала, не представляются. Мы скажем так, если вы хотите, вы можете представиться. Если не хотите, мы адепты анонимности, можете не представляться, как хотите. Это интернет. Здравствуйте, меня зовут Денис Калошко.
технический директор сервисной компании, айтишной. Есть замечательное такое понятие в английском языке, называется security maturity. Это зрелость в плане безопасности, это может быть на уровне организации, да, может быть там на уровне страны. Ну, аутсорсинг нас немножко, конечно, подпортил. И у меня создается ощущение, что о UX айтишные люди знают больше, чем о безопасности. Вопрос другой. Понятно, что мало нанять там ИБ-специалистов, чтобы этот maturity уровень поднять, да, потому что там очень много факторов. Нельзя просто послать два человека на предприятие и сказать «поднимайте». Правильно? То есть, ну, на Западе уже есть некие фреймворки, да, которые по различным критериям позволяют считать этот maturity уровень, да, и подтягивать вот эти вот слабые места. Собственно, мой вопрос к вам, есть ли у вас такие, использовали ли вы такие фреймворки, ну, на уровне организации? И второй вопрос, если брать на уровне страны, да, какой из основных критериев может служить индикатором, что вот этот вот уровень maturity, он все-таки поднимается потихоньку? Такие фреймворки мы не используем. А индикатором зрелости я считаю, что на рынке будет создано, ну, будут успешно работать несколько компаний, занимающихся кибербезопасностью, со штатом, ну, порядка 20-30 человек. То есть, ну, который полноценно занимается кибербезопасностью. То есть, если рынок сможет прокормить такие компании, я думаю, это уже будет нормальная ситуация. То есть, ну, удобно и для рынка, по крайней мере, и для участников, для заказчиков. То есть, основной ключевой момент – это местные компетенции. Да. То есть, взращивание местных компетенций для того, что пускай это будет 2-3 компании, 10-15-20 человек, но в конечном итоге будут жители Казахстана, граждане Казахстана. Это краеугольный камень, на который мы давим. Все наши специалисты – это граждане нашей страны. То есть, мы не используем аутсорс, мы используем только местную квалификацию. Да, и это как бы наши кредо. Ну, иначе нет смысла. Мы можем сейчас просто аутсорсить все это дело в иностранных компаниях, и тогда как бы вся идея просто рухнет. Да, у меня тут такой вопрос. Смотри, ты... Представиться. Да, я Алексей Козлюк, я тоже из Human Constante. И мне очень понравилось то, что ты говоришь про НПО и про роль НПО во всем этом процессе, потому что я, в общем, тоже разделяю это мнение, что нам как-то нужно объединять усилия, потому что, собственно, никто не хочет там повторить как-то опыт Эстонии, тот опыт, с которого они начинали развивать свои, ну, как-то свою кибербезопасность, либо опыт Грузии, из-за чего они потом начали поднимать свою кибербезопасность, или, например, не знаю, Украина сейчас, кажется, тоже должна сильно очень об этом задуматься. Да, то есть нам нужно начинать немного раньше, чем вот это вот наступает этот момент. Но вопрос, что мы как НПО, да, кроме вот там организовать похожую встречу, да, инициировать похожий диалог, там выступить партнерами на IGF для того, чтобы собрать вот эти заинтересованные стороны. А что еще мы можем сделать, да, и где находить вот ресурсы для этого, и где находить запрос на это у бизнеса, у государства? Ну, роль НПО мы видим в качестве посредника между государством и частным бизнесом. То есть у нас есть очень много, ну, как в частности у нас в Казахстане, очень много проблем, которые мы хотели бы осветить, но мы их не освещаем в силу того, что это будет там большой там политический резонанс, может быть, там какой-то там другой резонанс, или какие-то там последуют там проблемы, и нас могут просто на нас могут наложить какие-то санкции на рынке, потому что все-таки из-за конфликта интересов мы работаем на этом рынке. Есть некоторые вещи, которые мы вынуждены как бы оставить внутри компании, потому что завтра с нами просто никто не будет работать. Но в то же время это мы считаем, что прямая угроза национальной безопасности. То есть нам приходится где-то балансировать. Другой вопрос, если был бы какой-то там центр или там серьезная там ассоциация, которая все эти вопросы изучала. То есть мы говорим, что это тоже неправительственная организация, да?
ассоциации. И отстаивала эти интересы на всех нужных уровнях. То есть тогда бизнес будет защищен от каких-то рычагов воздействия со стороны государства и там, компаний, участников рынка. И спокойно будет делать свою работу и ссылаясь, что ну, это не мы, это вот там, председатель ассоциации. Он как бы, я не знаю, почему он это делает. Все он отстаивает интересы ассоциации. Соответственно, государство тоже общается как бы напрямую с представителем. Ну, в нашем случае, это был, если бы это было НПО, то есть всем понятно, НПО отстаивает интересы, борется за безопасность, бизнес занимается своими делами. Но наш случай, он такой совершенно неправильный, и мы ощущаем на себе давление со стороны участников рынка, со стороны государства, и в то же время мы должны эти деньги там, зарабатывать, мы должны... То есть это несовместимые вещи. Это очень важный момент. Ну вы держите. Пока подойдет подмога. Да, вопрос держи. На самом деле я хотела поддержать коллегу из Казахстана и сказать, что у вас еще очень лояльное правительство, так что вы не отчаивайтесь на самом деле. Не потом в офисе будет сказано. Это первый вопрос. Во-вторых, я маркетолог. И меня интересует вопрос в первую очередь вашей целевой аудитории, потому что как бы вы упомянули о том, что вы сейчас оказываете услуги по IT-консалтингу, то есть выстраиваете организационно-процессуальные какие-то процессы согласно стандарту ISO 27001. Вот меня в этой ситуации интересует вопрос целевой аудитории, потому что согласно мировой статистике порядка 73% компании, которые сертифицированы по ISO 27001, это IT-шные компании, то есть компании-разработчики IT-решений. Это мировая статистика, и меня просто интересует, как вы видите вашу целевую аудиторию, да, то есть понятно, что вы упомянули там 3-4 государственных компании. Может быть, просто вы опишите то, на кого вы ориентируетесь в этом данном случае. Я понимаю, что это сложный вопрос, потому что мы тоже оказываем IT-услуги, да, и тоже по IB-консалтингу. Я понял. Ну, в первую очередь. И у нас большое количество IT-компаний, которые занимаются, в принципе, разработкой ПО, выходят на международные рынки. Целевая аудитория для стандартизации ISO 27001, если я правильно понял. Ну, ваша целевая аудитория в том числе. Ну, отвечу так. Кому мы хотели бы продать эту услугу, да, как мы это толку, естественно, это организация, где скапливается большое количество данных. Это операторы связи, операторы сотовой связи, компании, оказывающие там почтовые услуги, например, там национальная почта, банковский сектор, ну, околобанковский сектор, то есть национальный банк. Ну, то есть вот это основные вещи, которые основная организация, где должен быть. Хорошо, у меня тогда еще следующий вопрос, он просто в качестве дискуссии может поступить поводом для дискуссии. У вас банковский сектор, это в принципе тоже ну, тот сектор, в котором очень актуальны вопросы информационной безопасности. Возможно, у вас есть какие-то национальные стандарты, которые регулируют именно вопросы безопасности в банковской сфере? Ситуация со стандартами очень интересная. У нас есть план разработки стандартов, но де-факто... Ну, из-за коллизии внутреннего законодательства это просто перевод иностранных стандартов на русский и казахский язык. То есть, согласно нашему законодательству, возможно, у вас такое же есть. Документы должны быть разработаны на национальном языке, на русском языке могут быть, да, и может быть на английском, на национальном обязательно. Из-за этого, вот я на самом деле я сам противник этого, я как бы хочу, чтобы стандарты применялись в открытом виде, ну, в первоначальном виде. Но ежегодно там, по плану министерства разрабатывается, в скобках, в кавычках, разрабатывается около 1000 стандартов. Хорошо, если этот стандарт уже переведен ранее на русский язык в России, тогда просто ну, делаем копипастный перевод там, на казахский язык. Другой случай, когда и мы с этим сталкивались, то стандарт не переведен, его переводят на русский и на казахский, и переводят явно непрофессионалы. Один стандарт относится там, к криптографии, другой относится там, умных городов, третий там, какой-то там химических процессов, и какое-то маленькое подразделение министерства успешно внедряет эти стандарты, 1000 стандартов в год. И когда мы начали изучать качество стандартов, то есть это просто качество там, плохого перевода. Это вот сегодня мы ехали с Андреем в метро, и это качество английского уровня метро, когда говорят, там, станция баррикадная, и на английском говорят, баррикадная станция. Станция баррикадная. Или,
То есть не выдерживает никакой критики перевод, и явно переводили люди, которые не имеют отношения там, к IT. То есть я вот приведу пример, мы делали публикацию, есть такое понятие, ну, ребята знают, наверное, когда вычисляется хэш, и для него применяется оно соль. То есть добавляется какое-то значение, которое изменяет. А в стандарте было переведено как поваренная соль. То есть, ну, как... То есть... Соль одна же была. Ну, понятно, поваренная, поваренная соль. Посолили, чтобы было вкуснее. Ну, то есть, ну, полная чушь. То есть формально стандарт это есть, но де-факто, если ты хочешь правильно этот стандарт применять, ну, взять оригинал и почитать его, ну, там какая-то, может, проваренная соль. В хэше, в хэше. То есть я уверен, что если почитать там ваш стандарт внимательно, такие кейсы встретятся. То есть так же. Ну, 1000 стандартов невозможно разработать за год. Спасибо большое. Ну, есть еще момент, который я хотел добавить по оказанию продуктов. То есть мы, к сожалению, в настоящих условиях не можем подписывать соглашения или продавать какие-то продукты в Казахстане, потому что боимся, что нас обвинят в лоббировании чьих-то интересов. То есть есть компании, там, российские, там, украинские, которые говорят, давайте, ну, мы видим, что вы работаете, мы видим, у вас есть квалификация, давайте вы будете продавать наши решения, наши продукты. Но как только мы будем, начнем продавать, ну, скажем, российские продукты и продолжать такую политику, скажем так, агрессивную, да, мы показываем там уязвимость и так далее, найдутся какие-то там умники, там, политики, которые скажут, все, там, они получают там, зарплату там, напрямую там, от Путина, с Кремля, то есть начнут подмешивать там какую-то политическую составляющую. И это тоже еще одна проблема, почему мы говорим, если бы этот вопрос двигал НПО, мы бы занимались бизнесом, мы бы нашли, что продавать, мы бы стали интеграторами. Сейчас же мы вынуждены ввести политику вендорной независимости, мы проводим, допустим, аудит, мы можем помочь там внедрить стандарт, но когда нас спрашивают, а что можно было бы купить, каким решением закрыть, мы говорим, мы принципиально не продаем решение. Мы не будем рекомендовать принципиально никакого вендора. То есть мы говорим, ну, к примеру, вам нужен фаервол, то есть выбирайте сами, но к нам, пожалуйста, не обращайтесь, мы не будем поставлять, и даже не посоветуем вам компанию. То есть ну, это еще одна проблема. Николай Дедок, Новый Час, корреспондент. Спасибо за интересную лекцию. Насколько я понял из вашего рассказа, значит, в сфере ваших интересов, в первую очередь, это государственные органы, другой бизнес. Вы достаточно много сделали для того, чтобы простимулировать вообще развитие информационной безопасности государства как такового, поспособствовать тому, чтобы государственные органы охраняли свою информацию, не подвергались там каким-то атакам, в общем, были в общем и целом в безопасности. Скажите, но дело в том, что информационным угрозам подвергаются не только государственные органы, да, не только бизнес, в том числе и простые граждане, да, частные лица. То есть у людей взламываются смартфоны, аккаунты, крадется по-всякому информация, ну и, например, ограничивается их право на свободное получение информации. Насколько я знаю, в Казахстане есть заблокированные сайты оппозиционного характера. Насколько я знаю, ограничивается доступ к интернету. Во время каких-то протестных акций это тоже можно расценивать как нарушение информационной безопасности. Вот поэтому хотел поинтересоваться, то есть рассматриваете ли вы в качестве объекта своего воздействия, в том числе и граждан, обычного человека? Понятно, что вам как бизнес-структуре они, наверное, меньше интерес представляют, но тем не менее, ну, раз вы говорите как бы о развитии, да, страны в целом, я так понял, вы стратегически смотрите, то, возможно, этот аспект тоже был бы важен, то есть защита цифровых прав и свобод простого населения, не только бизнес-структуры государства. Спасибо. Да, у нас были кейсы по бизнес-решениям, то есть буквально недавно мы делали публикацию о уязвимости одной из систем документооборота частной компании. Она поставляла услуги документооборота там, порядка 200 организаций, в том числе там, национальных компаний, и в том числе входящие в список критически важной инфраструктуры. То есть мы подняли этот вопрос, посчитали, что это как бы, угроза национальной безопасности и требует там, отдельного разбирательства. То, что касается физических лиц, если вы читали недавние новости, по миру прошла, ну, как бы сейчас продолжается, большая атака на модемы Микротик, или Микротик, как правильно назвать. Порядка 100 тысяч устройств в мире заражено. В Казахстане мы обнаружили около 1000 устройств зараженных.
То есть до этого вопрос задали, есть ли интеграция с госорганами. Интеграции нет, поэтому мы передали эту информацию в государственный, национальный СЕРТ. Национальный СЕРТ отобрал из этой тысячи IP-адресов, ну, зараженных, то есть мы же не знаем, кому они принадлежат. А национальный СЕРТ, так как он является, ну, дочерним предприятием госоргана, имеет эту возможность. Они выбрали оттуда порядка 10 IP-адресов, которые, ну, по их словам, относятся к каким-то там госорганам. И сказали, эти IP-адреса представляют для нас интерес, пожалуйста, дайте нам по ним информацию. То есть мы задали вопрос, а остальные 99%, то есть 990 IP-адресов, что делать с ними? То есть нам государственный сервис сказал, они для нас не представляют интерес, потому что как бы, нам за это, условно говоря, не платят. Мы отвечаем за госсектор. Мы как частный сервис не имеем возможности определить, кто это, то есть мы не можем уведомить. Поэтому мы сейчас направили запрос в прокуратуру, в котором говорим, что это могут быть частные компании, это могут быть частные лица, но мы не знаем, кто это. Пожалуйста, дайте нам свою официальную позицию, что делать с этой информацией. То есть мы получили информацию, понятно, которая относится к госорганам, или, там, я не знаю, какие-то госсекреты затрагивают у нас безопасность, то есть по ним как бы отрабатывают соответствующие органы. А что делать с обычными людьми? Ответ пока мы не получили, то есть запрос мы отправили буквально на прошлой неделе, то есть такие кейсы есть. И в рамках анализа информации у нас есть там, ну, порядка 20-30 IP-адресов, зараженных устройствами Микротик там, в Беларуси. То есть можем тоже передать, и это будет интересный такой кейс для вас. Вы можете отправить запрос, кто из них... Ну, то есть это открытая информация. Как я и говорил, это зарождение царки в Беларуси, да? Нет, нам свои работы хватает. Это будут первые, кто будут запросы отправлять из Беларуси. Нет, ну да, на самом деле это, вот эта переписка, она тоже нужна, она показывает нарушение в бизнес-логике процесса. То есть, когда нам официально говорят, что вот действия это правильные, представляете, угрозу, а 990 не представляют. Ну, они же, это же часть ботнета, то есть они могут атаковать в том числе государственные сайты. Да, конечно. Как раз таки проблема ботнетов и говорит, что у нас и контрафакта много, и, соответственно, и ботнеты большие, включающие большое количество компьютеров из Беларуси. Там несколько лет назад мы были топ-5 по спаму. Соответственно, это как подтверждение того, что мы были в ботнетах. Как одно из предложений, которое может быть относительно вот этих 990 граждан, которые могут быть физическими лицами, относительно как защищать граждан, мое глубокое убеждение, что если государство себя в полной мере не может защищать, то физических лиц оно вряд ли будет защищать. Это первый тезис. А второй тезис – это предложить защищать всем совместно, а именно в том числе коммерческому сектору, частному бизнесу, а именно, например, тем же телеком-операторам, которые пропускают людей через себя в интернет, соответственно, как бы могут в том числе в каком-то моменте излечить от той же бот-сети, да, и это в том числе те же банковские учреждения, потому что как не секрет, что в основном люди обращаются по фактам, связанным с хищением денежных средств. Поэтому очевидно, что физических лиц должны защищать те организации, в которых они обслуживаются, да, как правило, это, я говорю, банки, телекомы. Поэтому если банки и телекомы объединятся вместе, то тогда, я думаю, и физических лиц тоже можно будет защитить. И плюс третий, самый главный момент, это недостаточная осведомленность тех же физических лиц о том, какие угрозы у нас на сегодняшний день существуют в интернете, в социальных сетях, и в конечном итоге даже, как уже я отмечал, когда со зверя DVD, например, их спишки стоят, ну все, значит, у тебя уже защиты быть не может, 50 уязвимостей как минимум у тебя уже есть, и их можно заходить по открытым портам и данным без всяких вопросов. А если антивируса нет, банального физического лица тоже нет. Поэтому перекладывать эту ответственность там тоже полностью на банковский сектор и телеком я бы не стал. Это в том числе правила цифровой гигиены для пользователей. Соответственно, вот это опять-таки поле для деятельности этой ассоциации, и вот ЦАРКа этим тоже занимается, это как раз популяризация тех проблем, которые есть, и они касаются не только госорганов, но в том числе и физических лиц. Ну, это как раз нарушение бизнес-логики. Почему мы пишем в прокуратуру? Потому что мы можем написать оператору, не факт, что он окажется у этого оператора. Мы можем написать, да, министерство не имеет полномочий, не совершенствует законодательство, оно не имеет возможности прийти с проверкой, либо ну, как-то взаимодействовать с этим физическим лицом. В этом плане мы посчитали наименьшим злом написать прокуратуру, которая имеет возможность идти проверкой, либо привлекать к этому процессу какие-то да, госорганы. Либо кому-то поручить. Либо поручить, да. И поэтому вроде бы кажется нелогичным, но мы пишем прокуратуру и копию отправляем в министерство. Министерство говорит нам о том, что получая там поручение прокуратуры, мы можем идти с проверкой по там, указанному адресу, там, IP, и в
Ну, в ближайшее время, коллеги, я думаю, ситуация у нас станет еще намного интереснее, потому что закон о защите персданных будет, да, и в том числе появится какой-то новый орган, либо старый на базе существующих министерств, который будет заниматься в том числе отработкой всех вопросов, связанных с персданными. А это уже, по сути, основополагающий и документы орган, который будет иметь все полномочия для того, чтобы изменять в том числе документы в плане информационной безопасности всей страны. В том числе давать рекомендации обязательно для исполнения госорганами. Есть еще время для вопросов? Модераторы не мы. Модераторы мы все вместе. Сзади у вас дискуссия. Возле колонны вот парень хочет задать вопрос. Модератор Александр, но микрофон у меня. У нас два микрофона. Опасно. Да, я представляться не буду. Кто знает, тому привет, кто не знает. GDPR. Меньше знаешь, крепче спишь. Ну, вообще, в целом, интересная лекция, очень интересная. Спасибо. Ну, вот в свете последних вопросов меня интересует немножко не со стороны, вот как вы сказали, про физические лица, да, про обычного пользователя. Наши, в целом, крупные игроки на рынке, министерства различные, различные всякие организации, компании, частяком забывают о том, что на местах, в небольших организациях, как правило, работают специалисты, ну, скажем, с не очень большим уровнем подготовки в вопросах информационной безопасности. Как вы, как у вас в вашей стране вообще поставлен вопрос, работаете ли вы вообще на повышение уровня информационной безопасности именно с той стороны, скажем так, не со стороны, то есть не сверху, а снизу. То есть есть ли у вас какие-то курсы, организовываете ли вы, кто у вас их организовывает, как вы работаете? В целом вот интересно вот этот вопрос, то есть более я такой... Ну, то есть ЦАРКа должна заняться всеми вопросами? Нет, я не про ЦАРКу, я не про ЦАРКу, мне интересно просто. Если говорить хочу сравнить о ЦАРКе, то у нас как бы такой... слишком высокая квалификация, чтобы обучать госслужащих, но нас все-таки иногда привлекают на курсы повышения квалификации госслужащих, когда приглашают там администраторов, там, более-менее квалифицированных. При Академии государственной службы организованы там курсы, это, ну, то есть на уровне государства, то есть основы там кибергигиены, там основы информационной безопасности, у них там введен обязательный курс, и его слушают все государственные служащие. И также Академия прокуратуры, по-моему, называется. То есть они также организовывают курсы для правоохранительных органов. И точно так же там основы безопасности, там, кибергигиены. То есть туда тоже приглашают нас, так же, как и там другие компании, которые занимаются кибербезопасностью, для того, чтобы мы читали какие-то там короткие, ну, на один час мы можем прочитать какие-то вещи, показывать основные векторы атаки, там, основные уязвимости. То есть, ну, на уровне государства эта работа ведется, да. У нас просто был еще вопрос до, ну, как-то при регистрации люди тоже оставляли какие-то вопросы. Я выбрал из них там буквально один и просто его, к нему еще свой дополнительно задам, да. Раз уж Александр вспомнил про то, что у нас снова скоро будет закон о персональных данных. Вопрос звучал так, то есть кибербезопасность равно ли это приватности? А мое добавление к вопросу примерно такое, то есть вот самое меньшее, что я понимаю в этом законопроекте о защите персональных данных, это вот эта вот информационная безопасность, как она будет, как будет осуществляться защита данных. Так вот, в европейском законодательстве, да, в том же GDPR, там вот это risk-based assessment применяется. То есть держатель данных, да, то есть оператор данных, сам определяет, какие данные есть, какие есть риски и какие меры безопасности нужно применять для того, чтобы их защищать. У нас же предлагается, ну, вот российский вариант, да, причем, ну, который они сами сейчас, кажется, хотят менять. То есть классификация объектов, да, по, там, по разным критериям, которые еще будут разрабатываться. И уже в зависимости от этой классификации вот эти обязательные меры, которые нужно применять. Как думаешь, то есть какой из этих подходов вообще является современным и на какой стоит ориентироваться?
Честно говоря, я не большой специалист по персональным данным, по нормативам в этой области. Я знаю, что у нас есть закон о персональных данных, но он не работает. Не было ни одного случая применения, права применения на практике не было. То есть в этом плане очень важна право применения практики. То есть можно написать много законов, но они могут или не могут работать. Тот кейс, когда мы говорили, что утечка 10 тысяч данных бухгалтеров, к этому кейсу также была привлечена Генеральная прокуратура, Министерство, и тогда нам открыто сказали, что да, это утрата персональных данных, там были утрачены телефоны, имейлы и пароли к ним. Но открыто признали, что ни разу эту статью не применяли, и там штраф составлял порядка 20 рублей, наверное, 30 рублей административный. То есть, это, во-первых, это не страшно, да, ни для кого. Во-вторых, ни разу не применялось. То есть в этом плане, по сути, не столько важно, какой закон, по какой линии мы сначала двинемся, лишь бы все это работало. А дальше мы всегда имеем возможность, то есть, менять это же, пересматривать закон, вносить изменения. То есть давайте замахиваться не на больше, давайте начнем с чего-то там. Дальше мы всегда будем иметь возможность разбираться, где-то там, дорабатывать. Да, да, можно я немного... У меня есть конкурс. Я нашел случайно где-то у себя. У меня есть ручка с Центральноазиатского форума по управлению интернетом, да, который в этом году был в Астане, в Казахстане. Вот. Но судя по тому, что это не золотая ручка, да, это с прошлого форума. Явно не казахстанская. В Таджикистане, да, в Таджикистане. Арман, какой был тебе вопрос больше всего понравился? Кому мы отдадим этот приз? И может человек эту ручку возьмет таджикскую? Я, честно говоря, даже... Про что вы? Вспомни. Может, еще кто-то успеет задать вопрос? Да, давайте, кто задаст самый лучший вопрос сегодняшний? Отлично. А вот два человека, как вы думаете, у кого вопрос лучше? Вот, извините, там был человек. Ладно, давайте два вопроса и выдумаем... И выберем из них лучший, ура. Хорошо. Снова это все в цирк превратил, да? Сушко. Ну, здрасте, добрый вечер. Очень интересная лекция. Ну, хотел задать вопрос. Ну, я студент. Вот. Вопрос будет такой. Вы говорили то, что у вас там куча всяких репостов, да, то есть люди как бы интересуются всем этим. Мой вопрос такой. Приходят ли к вам, например, студенты те же, да, и вот говорят... Я вот, например, хочу заниматься именно вот своей стране, я хочу заниматься именно этим вопросом. То есть хочу помочь там своей стране, защитить информацию, грубо говоря, да. Есть вот такие вопросы, или там, например, может, там люди хотят создать свои какие-то организации, хотят ли вот кроме вас заниматься именно вот такой, грубо говоря, обычной. Да, у нас летом проходили практику студенты Алматинского университета, чтобы вы понимали, там 1200 километров с другого города студенты приехали и хотели пройти практику именно у нас. Около 7-8 человек. То есть понятно, что они могли пройти практику у себя в городе, и это не представляет проблемы там, либо формально поставить там, печать о прохождении. Но они приехали к нам в Астану, снимали квартиры, бесплатно работали, там выполняли какие-то там задачи, которые мы давали, и даже остались на дольше, чем как бы на практику. То есть на практику там 10-15 дней, по-моему, они остались на полтора месяца. То есть да, люди есть, которые этим интересуются. Я опять же скажу, деньги – это не всегда самый важный вопрос. Просто госорганы или у нас компании любят об этом говорить, но IT-специалисты уходят не из-за того, что там низкие зарплаты, там, уходят из-за того, что там сам процесс выстроен неправильно, то есть ненужная бюрократия, какие-то ненужные вещи, какие-то глупости буквально могут делать, и это никогда не нравится специалистам. Специалист хочет заниматься тем, в чем он там силен, в чем он специалист. Да, и особенно если у него паспорт забрать, вообще будет работать и работать. Если это... Я имею в виду по студентам, приехали на 2 недели, паспортов нет, и уехать полтора месяца не могут. Хорошая практика. А, еще один вопрос.
Добрый день. Меня зовут Денис. Вопрос такой. Куда идут простые юзеры? В милицию, к дата-офицеру или в какую-то службу? Ну, в Казахстане, когда они сталкиваются с какой-то очень серьезной проблемой. Обращаются. Ну, то есть у нас был недавно кейс, нас позвонили там с города, 200 километров. На них была кибератака, и они обратились в какую-то иностранную компанию, потому что они планировали там подавать иск в суд, там какое-то разбирательство было. То есть для сбора доказательной базы они обратились, ну, боюсь ошибиться, ну, возможно, это была группа IB, к примеру. То есть мы знаем, что группа IB в регионе там одна из лучших компетенций в проведении расследований. То есть частная организация. Да, ну, МВД не имеет компетенции. То есть, если переначь вопрос, МВД такой компетенции не имеет. То есть им проще переквалифицировать дело ну, в обычную там кражу, если там кража, либо переквалифицировать там незаконное проникновение, ну, то есть как что-то другое. И похоронить среди большого количества краж, которые есть, все. Да, ну, либо похоронить, либо не завести просто уголовное дело. Да. Как-то так. Ну, давайте. Студент был. Да, студент. Хорошо. Крайний вопрос. Меньшиков Сергей. Вы озвучивали, что вы являетесь ЦЕРТом, так ли? Да, да. В качестве ЦЕРТа какова ваша деятельность? Ну, это как раз в рамках работы первоначальной мы проводили. Мы, чтобы стать ЦЕРТом, то есть это не центр мониторинга, надо понимать. ЦЕРТ – это центр обмена данными просто. То есть мы получили, во-первых, разрешение от института Карнеги-Мелла на использование этого бренда ЦЕРТ. И мы вступили в международную ассоциацию ЦЕРТ, это FIRST.org. Но, честно говоря, мы не получили того, чего ожидали от ЦЕРТ. То есть очень пассивная работа у ЦЕРТа, то есть по моей оценке. Очень мало данных и больше... Ну, работа сердца нацелена на то, чтобы периодически собираться. То есть эта работа интересна для госорганов, в которых ежегодно не проходят конференции, там, встречи в разных странах, городах. И наш национальный сердце часто ездит. Там, Куала-Лумпур был последняя встреча. То есть для нас, как для частного бизнеса, я не вижу смысла ехать на эту встречу, потому что мы не получаем какой-то там полезной информации, каких-то фидов. Проще... Гораздо полезнее, там, лучшие фиды мы получим от, ну, на той же группе IB, от Касперского, там, от доктора Вебера, то это будет гораздо ценнее информации, там, по стоимости, то же самое, стоимость командировки, наверное, обойдется. По своему опыту хочу сказать, что, ну, по моей оценке, это сугубо личная моя оценка, ЦЕРТ, деятельность ЦЕРТ переоценена, потому что, как бы, мы не видим от нее какой-то отдачи, то есть это больше такая какая-то политическая вещь. Именно у вас, вашего ЦЕРТа или... Ну, мы же видим, что мы получаем, какую информацию от ЦЕРТ получаем. То есть это какие-то, ну, фиды, то есть низкого уровня. А сколько ЦЕРТов вообще в Казахстане? В Казахстане два ЦЕРТа. Один национальный, это РГПГТС, дочка, там, комитет нацбезопасности. И второй частный ЦЕРТ, это мы.